Маленькая румынская деревня Пипера в панике. Двухлетняя Алина Паскару упала в колодец и застряла между стеной и ведром на веревке. Она находится на глубине почти 5 метров, но колодец гораздо глубже. 6 часов спасатели предпринимали различные попытки, но девочка слишком напугана, чтобы схватиться за веревку, а колодец слишком узкий, чтобы спустить туда пожарного. Репортеры ищут идеи среди наблюдателей. Мать отказывается от утешений, а отец едва движется. Внезапно девушка-подросток Оана Фурника выходит вперед и соглашается спуститься в колодец. Ей придется пролезть почти 5 метров вниз в полной темноте вверх ногами. Толпа притихла в то время, как мужчины слушают указания девушки. Внезапно она кричит, чтобы ее подняли. Но ее руки пусты, она говорит, что не смогла вытащить ребенка, так как девочка слишком сильно запуталась. Но после недолгой передышки Оана просит, чтобы ее опустили снова. Это может быть последний шанс спасти девочку. Когда она опускается в колодец, миллионы людей по всей стране задерживают дыхание. Ребенок в безопасности. Она в шоке и страдает от переохлаждения, но с ней все будет в порядке. Мэр наградил Оану участком земли. Она также получила 5000 долларов от телезрителей. А Алина теперь известна на всю страну, которая наблюдала, как ее вытаскивали из лап смерти.